В жизни он такой же, как и на сцене. Жизни радостный, творческий, веселый. В шоуруме Высшей школы журналистики, медиакоммуникации Казанского университета народный артист Российской Федерации и Республики Татарстан Ринат Ибрагимов встретился со студентами и теми, кому интересно его творчество. Он презентовал короткометражный пластилиновый мультфильм на песню «Домой». Этот мультфильм Ринат Ибрагимов выпустил совместно с Казанской анимационной студией «Филюфэй». Мы готовили этот мультфильм к 9 мая. Но в конце апреля мы поняли, что надо все переделывать. Мы приступили к этому мультфильму с самого начала. Мы с самого начала начали писать сценарий, мы с самого начала начали делать все эти раскадровки, аниматики. Приурочен он к 70-летнему юбилею народного артиста РСФСР и Республики Татарстан. 6264 кадра, 8 казанских художников трудились целый год, чтобы создать 4-минутный мультфильм, выполненный в технике пластилиновой покадровой анимации. Он рассказывает о героях Великой Отечественной войны, которые возвращались с полей сражения домой. Домой стучат колеса и стучат сердца. Все сидящие в зале активно задавали вопросы обо всем, что интересно. Ринат Ибрагимов рассказал об искусстве, своем раннем творчестве и о том, почему решил сделать свой клип в формате мультика. Сейчас из-за клипа делаются такие, во-первых, компьютерные все, графика очень сплошная, технологические фильмы, клипы, и они получаются бездушные. А пластилиновая технология, она очень теплая, она живая. Вот такого я не видел, и поэтому я всегда, если есть что-то такое интересное, новаторское, стараюсь использовать это. Впереди у певца и анимационной студии «Филюфэй» множество планов. Как говорит сам Ринат Ибрагимов, 70 лет – это только половина жизни. Впереди еще много всего интересного и неизведанного. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.